Один из постов госавтоинспекции расположился на кольцевой развязке проспекта Ленинского комсомола и улиц Советской и Березовой. Немного ожидания, и вот, как говорится, первая рыба попалась в ловко расставленные сотрудниками ГИБДД сети. Девушка, здравствуйте, документы предоставлять не нужно. Значит, от лица ГАИ Ленинского района поздравляю вас с наступающим женским днем, 8 марта. Удачи на дорогах, всего хорошего. Действительно, сегодня сотрудники ГИБДД вышли на улицы для того, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола, находящихся за рулем, с Международным женским днем. Как правило, люди привыкли, что машину останавливают с целью проверить документов, наказать, либо что-то еще сделать. Ну, не очень хорошее, не очень приятное. Здесь, конечно, девушки, женщины весьма удивлены и очень признательны. Образно говоря, ломаем стереотипы. Совершенно верно. Впрочем, поздравили не только женщин-водителей, но и пешеходов. Вместе с цветами вручали и символичные, но весьма полезные подарки. Хотел вас поздравить с наступающим женским днем, пожелать удачи, счастья, здоровья. До свидания. Спасибо. Мы хотим вам вручить вот такие вот веера. Ой, спасибо. Вот. Они у нас волшебные. С одной стороны, это праздничный букет новогодний, да, наш весенний. С другой стороны, там у вас есть светоотражатели, чтобы вы у нас были яркими и заметными на дороге. Естественно, подобная акция не смогла оставить равнодушными прекрасных дам. Ну что, получилось праздничное настроение? Да, конечно, спасибо огромное. Очень приятно, спасибо. Очень приятно. Прям потрясающий, потрясающе доброе утро такое, знаете. Настроение на весь день обеспечено? О, отлично, спасибо. Прям вообще неожиданно и очень приятно. Эта акция лишь символичная часть поздравления, адресованного всем жительницам Ленинского округа. Уважаемые женщины, мамы, бабушки, от лица ГАИ Ленинского городского округа, от лица руководства, от лица сотрудников госавтоинспекции хочу вас поздравить с наступающим женским днем, пожелать здоровья, успехов. Главное, удачи на дорогах. Акции, посвященные 8 марта, в госавтоинспекции Ленинского городского округа проводятся на протяжении многих лет и стали уже доброй традицией. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.